Ключевая тема заседания коллегии в администрации – начало отопительного сезона. К зиме Красногорск готов на все 100. Паспорта жилого фонда сданы, теплотрассы опрессованы. Последний штрих – проверка заполнения систем водой. Тепло придет в дома, когда в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Но в ряде объектов теплее станет уже в ближайшие дни. По поручению губернатора с сегодняшнего дня планируем тестовые запуски. Это объекты соцсферы. В первую очередь детские сады и школы, соответственно. Пройдет ли отопительный сезон без сбоев, зависит не только от коммунальных служб, но и от своевременной оплаты за поставляемую энергию. Еще одна важная тема совещания – долги за услуги ЖКХ. Впрочем, из-за неоплаты убытки терпят не только теплоснабжающие предприятия, но и русский региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора в Красногорске. Часть предприятий и компаний имеют задолженности по платежам за вывоз ТКО. Я призываю и население наше, и призываю юридические лица, которые работают на территории округа. Уважаемые друзья, коллеги, пожалуйста, мы должны платить за те услуги, которые мы получаем. Если мы хотим, чтобы наш Красногорск был чистым, чтобы он оставался чистым, чтобы он радовал нас своей красотой, чистотой, своим комфортом, мы должны оплачивать и этот вид коммунальных услуг в том числе. Темой обсуждения на коллегии стала и подготовка к акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая пройдет в Красногорске уже в эту субботу. Центральной площадкой станет микрорайон «Изумрудные холмы». Здесь появится более 4500 новых деревьев. Также массовая высадка саженцев пройдет в Павшинской пойме, в экопарке Губайловский, поселках Отрадное и Нахабино. Часть мест для озеленения выбраны по просьбам жителей округа.